Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. «Умер Миша Кокшенов. Светлая память», – написала поэтесса. Причину смерти актера Воропаева она не назвала. Супруга Кокшенова Наталья Лепехина в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК сообщила, что он умер вечером 4 июня в больнице. СМИ сообщали, что перед смертью Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области. Известно, что в октябре 2017 звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди» перенес инсульт. Народного артиста России выписали из больницы в январе 2018 года, после чего он на публике не появлялся, его замечали только во время прогулок во дворе дома. Осенью 2019 года в СМИ появлялась информация о том, что во время тяжелой болезни за Кокшеновым ухаживали сразу две его супруги, бывшая жена Наталья и вторая супруга Елена.